Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны сегодня туман и порывистый ветер. Как уточнили в Казгидромете, на западе и северо-западе республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории погода без осадков. В целом в большинстве регионов прогнозируют туманы, усиление ветра, а на северо-западе и северо-севере страны гололед.